Горячий. Ох, горячий. Так. Так, ага. Так, так, так. Так, так. Так. Так, так. Проверим все настроечки, значит. Так. Качество опять не дали. Что мне надо сделать, чтобы мне дали выбор качества, чтобы вас... На какую аудиторию мне стримить, простите, блин? У меня аудитория 50+, у них компьютеры соответствующего возраста. Если говорить про YouTube. А если говорить не про YouTube, то аудитории у меня нет. Там компы HD не тянут, вы что, вы о чем вообще? Хотя, там, наверное, не в компах дело, а в интернете, да? Да там интернет с лимитом на 4 гигабайта в месяц, мегафон. Так, значит, какие нам нужно провести манипуляции для успешного стрима, значит, так. Чат только для смайликов, да? Работает. Чпык. Работает. Я думаю, пока можно отключить. Так. Есть. Да, только для подписонов. Я пока не настолько жирный, наглая тварь. Целями все еще 28 из 30. Возможно, в этом году мы таки добьем 2 подписонов. Хотя я уже в этом не уверен. Так. Что у нас дальше? Так, 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 30 кадров в секунду, разрешение экрана, разрешение, буфер, буфер, я тут нашел настроечку под шестереночкой, какие-то там качество видео, потока, битрейт 5000, пускай. Так, режим задержки. Задержка самая низкая. Окей, окей, очень хорошо, одобряем. Так, теперь, какие наши действия? Какие наши действия? Действия наши такие. Значит, так, берем, смотрим сначала. Так, захват окна у нас стоит выше изображения. Все правильно, все правильно. Берем ярлычок, тащим его в досбог. Так, так. О. Так, теперь, чтобы мне было удобно. Корпорация Хаозиум. Бруно Банелл представляет. Производство Infogrames Multimedia. Узник Коляда. Да, об этих самых узниках. Узники компьютеров. Эдуард Виолет, Денис Дефор и прочие. Узники графики анимации. Патрик Шарпене, Доминик Пейроне и прочие. Узники сценария. Узбер Шардо, Кристиан Набой и прочие. Узники постановки. Марк Альбине, Оливер Маслер и прочие. Узники музыки и звука. Винсер Блюри, Герф Коуэй и прочие. Узники русских голосов. Айсберг, Вероника, Бибрикова и прочие. Александр Колин, Клариса, Лорд, LT22 и Ник. Ну и прочие, прочие, прочие. Председатель Красного Креста. What? What is SPK?
1995. Второй акт вступления. Осень 96-го. Россия, холода. Инфогреймс в России, на руках бы носили, игрушки бы, чё, СПК, СПК, и ещё раз СПК, чё? Я могу уже прерваться и послушать, слышно ли меня вообще за вот этой всей музоном? Мне кажется, можно кликнуть. Yes. Так. Так, теперь какие мои действия? Блин, у меня в ОБС игра шире, чем вообще я ее сам вижу в окошечке своем. Так, ну что там надо сейчас зайти, значит, на Twitch, да, и послушать, каков баланс. Ты будешь грузить? А, Квайт завел. Да елки-палки, ну елы-пал, ну. Ну как ты мог? Погоди, он уже целый час. Разве это игры? Разве я вроде. Это игры. У тебя опять весь инвентарь как хуйню забит. Когда Twitch открывал. Не было трансляции. Очень странно. Сейчас мы поделимся, конечно. Так. Пусть все знают, что я подписчик 7 месяцев. Так, снова запустился Infogrames. Блин, я думал, что это 2 недели перерыва как-то остудит ваши эти... Да я чё, оно само подписалось. Ничто не может вас остановить, ничто. Месяц без стримов вас остановит. Я слышал, что японский актер озвучивал Цзинь Юаня, кого-то из Жожи озвучивал. Жожа — это уважаемый франшиза. Оно само автоподписалось. Ошибка новичка. Подписки на Твиче. Ничего, на ошибках учится. Так, чё, стрим откладывается? Так. Ничего, все нормально. Вот тогда не совершил ошибку. Респект. Опять Infogrames. Да дайте мне уже прослушать, что там с балансом. Так. Я вообще должен деньги платить за то, что я смотрю. Я должен платить каждому моему зрителю подписку за то, что я смотрю. Ага, так, заскринено. Окей. Он обязался платить. Если что, все слышали. Все 0 зрителей моих в курсе. Так, где студия? Ну я ж мод. И нищий. Так. Поэтому хуй вам не подписки. Блин. О, да, вот человек слыхал. Так, сейчас мне нужно со звуком определиться. Здорово. Ты как в эфир прокался, почему я не заметил? Не знаю, может быть Shadowban. Сейчас, пока да, будет рейд. Если бы всех русских на, короче, всех, кто на русском языке вещает на Твиче, Shadowban бы отправил Твич. Рейд начнется через 5, 4, 3, 2, 1. И я вообще скоро вернусь. А, глаз придумал. Твич, возьмите меня к себе на работу. Я вот такие вещи придумаю. Лучше всяких оленей гетеросексуальных. Или чё, какие там? Какой там был олень на Твиче? Чат, какой был олень на Твиче? Я забыл, какой он там был? Би-олень? А чё, меня слышно вообще?
На трансляции нет? Квадролин. Квиролин. О, здорово, медовый. Давай рассказывай про свои успехи в этом Хонка. Твою мать, не могу зайти. Ну что это такое? Мы тут на стриме делимся своими успехами в Хонкай. Потому что, как всем известно, Хонкай интереснее. Ай, как же сложно иногда, да, бывает. Кого собрал? Валя. Проводит рейд. А, так ты стримил? Брат, я ж смотрел, не было никаких стримил. Брат, я ж смотрел, не Так, я ничего не понимаю, что с рейдом. Спокойно, спокойно. Спокуха. Я один из самых успешных игроков в него, я так. Даже не накачал. Моя миссия. Я опять все забыл. Я так, значит, заходим на канал. Что-то все торможу невероятно. Хорошо, просто жесть. Так, а где трансляция моя? Вроде правильно. Тут же можно зайти на канал. Так. Это же еще пишет, чем у него не играть и о нем говорить. Видео. Это как двойная не игра. То есть ты его даже не скачал. Не понимаю. Ты, да, получается, ты сверхразу всех переиграл. Хотя борд не переиграл, он тоже не стал качать. Идет рейд или не идет рейд? Что за херня вообще? Я же сделал рейд. Алло. Ну, борода понятна, он принципиально... Почему у меня... Шла. Как это работает? Он готов играть в Disney... Блин, у меня опять этот инфогреймс. Ладно, все, поехали. Жопу. Баланс должен быть нормальный. Все стоит как в прошлый раз, наушники те же самые. Все, с Квайтом поздоровались. Поехали. Все, хватит заниматься фигней. Так, все. У тебя очень хорошо. Все, пока-пока. Замечательный человек. Правда, уже что-то и желание пропало. Хочется не создавать, а лицезреть контент. Так, там на фоне паузу. Блин, чё ж DOS-букс растянуть нельзя? А как насчет F11? Опа! Читы не работают, к сожалению. Ладно, поехали. Новая игра. В общем, 37-й год. Преддверие Второй мировой. Официальных дат, по крайней мере. Где-то там, где очень холодно. Так, надо, кстати, рейд, наверное, отключить. У меня рейд все еще идет, нет? Так. Рейд. Как отключить рейд? Использует рейд. Рейд. Так. Выберите активный канал. Да все, наверное. Я отрейдил? Ась? Ничего не понимаю, как это работает вообще абсолютно. Мне это стрим закончить, что ли, надо? А, все, так, трендит. Трендит, картинка есть. Так. Так. Давай. Новая игра. Окей. И снова январь 37 года. Недалеко от Южного полюса. А, мне кликать надо. А подводная лодка Виктория английского королевского флота подобрала два таинственных ящика и молодого норвежского исследователя Бьорна Хемсона. Я бы, конечно, если бы я писал тексты к игре, я бы, когда числительное и пояснение, как это числительное читать, я бы все-таки либо на одну строчку помещал, либо все-таки числительное писал текстом, чтобы тот стример, который будет все это потом читать, не испытывал затруднений в правильной формулировке предложения. Поехали. К сожалению, спасательная группа Polaris не смогла спасти отца Бьорна, Питера. Он навсегда останется узником сверхсекретной базы. Так. Дасбут. Операция Полярис завершена.
Два ящика на борту, Бьорн Хемсон на борту. Состояние здоровья критическое. Русский перевод с русской же озвучкой. Он мне немножко Гоблина напоминает во молодости. Это русский перевод. Это лучше, чем русская игра. Лейтенант О'Лири не обнаружен. Возвращаюсь на базу. Лед на ящиках еще не растаял. А это кто дом записывал с гарнитуркой? В 95-м звук такой. Никак, да. Нет! Ни в коем случае не подвергайте их воздействию тепла. Глаз не спускайте с Хэмсона. Он что-то скрывает. Как слышите, прием. А, это рация. Точно, вот отсюда и ш. Слышимость нормальная. Конец передачи. Точно. Лейтенант Райан! В связи со смертью лейтенанта О'Лири вы становитесь вторым по старшинству на борту Виктории. Доложил. Так, надо кое-что поменять. Я когда все это тестил, там вылазили всякие ошибочки, прочий шлак. Так, установить дисплей. Вот нам нужна нормальная анимация. А то они там что-то очень вилку все делают. Сохранить. Сейчас давайте посмотрим, как она поведет себя при сохранении. Единичка. Окей. Вроде норм. Так, ну чё, вот теперь это напоминает живых людей, а не телепортеров. Так, надо потыкаться. Не отходите, лейтенант, мне может понадобиться ваша помощь. Понять, чё вообще от игры ждать. Так, на правую кнопку он ходит, а инвентаря, кажется, никого нет. А я уж не помню, где я такую игру нашел. Чё-то как... Где же я ее натыкал-то сегодня, а? Блин, у меня что-то из головы прям вылетело. Где-то нашел и все. И такой, о, надо. Тем более короткая и вроде как несложная. На первый взгляд. Ну и к тому же нет какой-то убер-квестовой составляющей. И убер-экшеновой составляющей, чтобы отвлекать голову на что-то иное. Так, распределительный щит. Заперто. Платформер классный. Я вот эти все советы вообще не одобряю. Самый лучший выбор — это твой выбор. Когда ты лезешь на какой-нибудь Steam, включаешь платформер, который уже играл, смотришь игры той же фирмы, или просто сервишь по интернету по ключевым словам. Тем более я остался далеко в 90-х годах по части платформеров. Могу посоветовать что-нибудь типа Pitfall 16-бит или Sonic 3. Угу. Если что-то более современное, то Sonic Mania. Желательно не первую версию, а что-нибудь очень сильно пропатченное. Там, я не знаю, если на торрентах будешь качать. Hollow Knight. Ну вот я в современные платформеры вообще почти не играл никакие. В Hollow Knight знаю. Читал Кровь под Воксели эти. Metroid Dread даже больше получаса не играл. Три раз, блин, начинал, а дальше не прорывался. Тоже отчасти платформер. Так что из меня тут так себе советчик. Ну, у меня тоже болело. Если ты про ковид. Ну, хотя любая прививка. Смотря кто колет, как колет. У меня неделю болело после первой прививки от ковида. Так, ладно, поехали. Давайте потрендим со всеми. Поговорите с капитаном. Я лоцман. Ну, очень приятно. А я-то кто? Что я тут вообще делаю? Так, я Райан. Оставайтесь здесь, лейтенант. Теперь вы больше, чем просто обычный наблюдатель. Ух. Эндрю Райан. Почти что. Ну, машинариум, да, хорош. Правда, не, совсем не платформа. Достаточно простая игра. Красивая.
Анимация качественная. Мне прям понравилось. От тех же разрабов была еще какая-то игра про какого-то проглота. Вот она уже не очень, а Машинариум прям класс. Так, капитан Ллойд, камон. Хэмсон. Думаете, Хэмсон вытянет? А, тут же кликать надо, да. Мы сделаем все возможное, чтобы научный мир не потерял ценнейшего антрополога. Так. Ящики в безопасности, капитан. Вашим боссам секретных служб в Вашингтоне будет приятно узнать, что ящики теперь в руках Королевского флота, лейтенант Райан. Так. Да, ну и переполох этот Хэмсон надел. Интересно, как он сумел послать СОС, находясь в руках нацистов. Без этого молодого человека операция «Полярис» закончилась, так и не начавшись. Он так читает, вот этот чел, который озвучивает. Вот послышалось, без этого молодого человека операция «Полярис» закончилась, бля. Ну, в смысле, бля. Бля. Так и не начали, все такое. Да там все, наверное, категории есть, как в любом магазине. Там же можно, наверное, что-нибудь оплачивать. Сторон. Ну, там что-то предлагают. Куда же там без категорий-то? Какие-то подписки и прочая хрень. Что-то меня выскакивало полгода назад какое-то уведомление. Там все должно быть. Плюс фильтрация, все такое. Так, все, мы с ним пообщались. Вот и зит. На сонаре, точка. Судно на поверхности, капитан. Зачем? А, судно на поверхности. В смысле, не наше судно, а какое-то судно, понятно. Угол подъема 7 градусов, глубина 6 метров. Сейчас стрелять буду. Торпедировать, то есть. Так. Не, это по нам. Не, сегодня, конечно, не будет. Исключительно вот эта херота. Они нас обнаружили! Погружаемся! А ты думал, хер ли вы всплыли-то? Есть, капитан! Соседний отсек. Ой-ой-ой. Глубинные бомбы. Хер ли вы орали-то так, тревоги. Если знаете, что корабли, какие, блин, в досягаемости? Картонки не кидают. Ой, там сейчас сложно, там надо хелпдекер ставить. Не могу сказать, что мне не нравится, что они поменяли половину колоды, а то и даже больше у каждой расы. Достаточно интересно снова вникать. Ну, блин, слишком стар я уже для этого. Времяпрепровождения. Надо хелпдекер поставить и снова запоминать, какие карты будут. Там пирклива пиратам дали, зверям дали урода, который удваивает характеристики. Что-то там надо, блин, балансить и балансить, по моим ощущениям. Потому что задница со зверями продолжается. И мне кажется, чуть ли все стало и... как будто все стало еще хуже с ними. То есть им баланс прогрессирует. Началось все с лягухи, с распрыжки. А, не-не-не-не-не-не. Началось все с мексны под перерождением. Потом пришла лягуха. Теперь, блин, эти банановые ублюдки на третьей таверне. Они попали в корму, капитан! Хана. Лейтенант, за мной! За мной? А этого что, оставим? Что нам делать в трюме-то? Мы там прятаться? Стоп! Так. О! Ящики! Чутка не попали, конечно, под губы. Что-то... внутри. Что-то. И умер. Капитан. Игру потише сделать не надо, нет? Нормально все. Так, опа. Пламя доберется до ящиков или он расплавится. Оу, ноу.
Мне кажется, там плевать уже. Опа, так, что делаем, что делаем, что делаем? Дверь во всех... Валим отсюда нахер. Ой-ой. Уходим. Ага. Это типа был неправильный выбор. Он там что-то стонет, да-да. Отстонался. Это, скорее всего, нечто. Каноничная вторая часть. Так, прочитать игру. Джокер, по-моему, да? Угу. Окей. Так, огнетушитель. Yes. Горит. Так, дверь-отсек. Джонс. А как выбрать... Что нажать? Ай. А, во, наверх наводишь, и такое вот так. Кайф. Ты большой молодец, лейтенант. Не будем усложнять и без того трудную ситуацию. Что я сделал и зачем? Трансформатор. Пустить ток. А, закрыть дверь вообще в хлам. Бессмысленно расходовать силы, трансформатор штука тяжелая. Да просто говорю, это серф. Серф, просто по сети путешествуешь, периодически иногда смотришь какие-нибудь шоу типа oldgames.ru. Эту не помню, как нашел, вот вообще не помню. Либо по разработчикам смотришь, по-разному, как только не натыкаешься на них. У нее ничего нет. Так, дверь в отсек, дверь в отсек. Это, наверное, там тот вырывается, чел. А, так, я когда уходил, я забыл потушить пламя, и поэтому лед там расплавился, из ящика вылезла какая-то дрянь. Теперь я, наверное, могу спокойно уйти отсюда. Опа, да. Yes. Ой-ой, так оно поплыло. Куда он денется с подводной лодки? Лодки мертвы. В ящиках оказалось что-то живое. Я принимаю на себя командование Виктории. Так точно, капитан. Мы выберемся из передряги. Какие будут приказания? Бежать. Нам нужно укротить этого зверя. Вражеское судно исчезло с радара. Одной головной боли меньше в любом случае. А что будем делать с монстром? Бежать. Так, вот, Хэмс. На борту Виктории есть какое-нибудь оружие? Я думаю, оно было у капитана. И теперь оно в желудке у того урода. Нет, капитан! Виктория не приспособлена для активных военных там действий. Там табельное должно быть. Какой-нибудь наградной. Блин. Где Хэмсон? Может быть, он что-нибудь знает? Он в спальном отделении, спит на койке. Так и продолжает бредить. Бредить. Ллойд знал больше, чем мы. Он когда-нибудь упоминал о записях по операции «Полярис»? Не думаю. Он получал приказы по радио с базы Эдвардс. Ой, сколько много имен. Ой. Кто-нибудь наблюдает за Хэмсоном? Да, Уэйн с ним. Господи, мне казалось, что у нас вообще трое на подлодке. Настолько все безлюдно здесь. Так, соседний отсек. Как в какую сторону каюта, простите? Тут вообще на раковину больше похоже. Ну, пошли сюда. Какая просторная подводная лодка, кстати, жесть. Ой, вот он, кстати, да. Так. Ой, Хэмсон в состоянии говорить? Нет, он так и продолжает бредить с того момента, как мы его подобрали, лейтенант. Есть новости по состоянию тревоги? Нету. Так. Ой, вы же слышите, сигнал тревоги не отключен. У нас теперь необычный враг. Да, капитан Ллойд мертв. Нет, наоборот, кто-то в возрасте. И, скорее всего, их чуть ли не... А, хотя там много актеров было. Какой-нибудь разработчик-переводчик-любитель. Вот незадача. Вот незадача. Я пошел на мостик. Они любят поприкалываться. Постойте. В 90-х, наши замечательные. Ты б слышал озвучку System Shock 2, когда там одну из девочек озвучивала типичная такая ТП-ха блондиночка. И это в System Shock 2, блин.
такой вот насквозь, как бы, ну, типа серьезной игры, все такое. Так, Лейтхэм, все что ли? Так, спальня. Так, ладно, этого не трогаем. У него там картиночки интересные. Так, мне кажется, надо сделать чуть-чуть потише. Меня зовут Райан. 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 Все, 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 отбой. Меня зовут Райан. Меня зовут Райан. Меня зовут Райан. Меня зовут Райан. Я запомнил. Все, отставить, Райан. Вернуться в игру. Так, этот нам ничем не помогает. Там какое-то машинное отделение должно быть. Торпедное. Надо сделать что-нибудь другое. Мне кажется, его зовут Райан. Я играл в Биошок, поэтому я знаю, что... Это... У меня такое имя всегда на языке, так сказать. Черт, мой палец чуть было не застрял. Откуда ты что пихаешь, блин? У меня, кстати, блин, у меня больше ничего нет. Был огнетушитель и кончился, и весь вышел. Так, ладно, пойдем дальше. Что тут? Пиксель хантим. Пусто. Черт. Там, кстати, еще одна есть. А ну. Хорошо сделано, кстати. Всего 95-й год. Качественно, прям качественно. Так, это походу тупик, туда нельзя. Окей. Так. Во, здесь уже машинная. Поршни. И Стэнли. Кубрик. Стэнли, что вы знаете о Хэмсе? Болеет. Нас подбили! Мои двигатели! Мои бедные двигатели! Мне кажется, он немного переигрывает, нет? Что-то есть такое. Так, что делать-то? Бедный двигатель. Райан, помощь нужна? Стэнли, Райан, Стэнли. Так. Лебедка. Найс. Хоть что-то. Невозможно сдвинуть рукой. Ну так сдвинь ногой. Пошли дальше. Ой, я что-то не помню уже ничего про StarCraft 2. Да, там что-то было. Ты же про первую самую кампанию, да? С человеками. Глупо, люк запись. Да ё-моё. Так, ладно, сейчас пошаримся у капитана. Так, надо подать, пожалуй, сигнал бедствия. Самое важное в нашей ситуации. Не рубит. Ящик. О, не заперто. И все? Погоди, чел. Он его просто открыл. А, на правую кнопку мыши заглянул. Так, ключ. Офигеть. Вот это я разбогател. Так. Ну что, магнитофон на Авито. Ключ в замок. Книжку надо как-то посмотреть. При помощи этого кода радиостанция заработает. Найс. Так. Код подходит. Радиостанция работает. А какая частота? Попробуй 105.0, 107.1. Радиостанция Маяк. Так, тут это прям тут же и должно быть написано. Так, наверняка Радит знает. Ну-ка. Радиостанция. Как эта радиостанция работает? Только капитану были известны код и частота передачи. Ага. Ну, может быть, Стэнли знает? Ага. У кого спросить, у капитана или у Стэнли? Начну со Стэнли, пожалуй. Капитан, может быть, там, конечно, на последнем издыхании. А может, уже и не дышит. Стэнли, что вы знаете о Хэмсоне? Какой Хэмсоне? На! Заткнись. Стэнли! На! Нас подбили! Мои двигатели! На! Стэнли! На! Так, Стэнли горюет. И ничто его не может отвлечь от этих, мать его, двигателей. Так.
Да, вот, да, была мысль про капитана. Блин, ну Стэнли не хочет с нами разговаривать. Пожалуй, надо что-то делать с лебедкой, либо... Так, Стэнли, как насчет магнитофона? Сейчас не лучшее время, чтобы сходить с ума. Это ты верно заметил. Так, окей. Так, пойдем глянем. Я боюсь, там сейчас я только выйду и прям по голове получу. Раз. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Провидец. Просто провидец. Так, с какой точки мы начинаем? Кайф, 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 кайф. Дрискол, Ллойд и Джонс мертвы. Так точно, капитан. Нам вражеский... Так, наверное, это одна из тех игр, где нужно обязательно со всеми переговорить. Хэмсон. Каюта. Да! Ллойд. Все, до свидания. Ну, теперь мы знаем, что делать. Это мое. Все, до свидания. Ну, все, выход. Такс. Это модуль, с которой я не знаком. Быть бы сейчас знакомым с моделью. Как это радиация? Только капитану были, может быть... Где мне найти? Внизу! Ой, как много. Я рискую столкнуться лицом к лицу с чудовищем. Как мы сможем держать связь? Возьмите эту переносную рацию. Ого. Так, окей, кажись, все. Рация. Метафон, ключ. Не, ну я туда больше не пойду. Я уже дважды огребал от этого урода. Так. Здравствуйте, воин, здравствуйте. Уэйн, Хэмсон в состоянии? Нет, он так и продолжает бредить с того момента, как мы его подобрали, лейтенант. Уэйн, Хэмсон так и не в состоянии? Пока нет, лейтенант. Да ё. Уэйн, вы же слышите, нас теперь необычный враг. Вот незадача. Постойте, нам нужно, чтобы Вот незадача. Так, ну тут пусто. Так, там ключ, куда мы можем воткнуть рацию. Ой, господи, какую рацию? Ключ. Там отверстие, в котором я все перебрал просто. Так, где тут отверстие? Вот. Тыкай. Я не сказал своего последнего... А, понятно. Так, торпедный упор. Вот. Смыслиться. Так, палец, отверстие, блин, пиксель-хантинг, проклятый. Мне нужно найти пустой, а зачем? Сходим, к монстру сходим обязательно. Надо... Так, чё? Так, ничего не... Ему зачем-то нужен пустой торпедный аппарат. Пока не нужно. Возможно, да, вот этот вот рельс какой-то, он действительно без торпеды. Хотя отсюда и не скажешь. Так. Пошли пикселить. Так, койка Бьорна Хэмсона. Да, я помню. О, топорик, найс. Yes. Блин, как его тут можно разглядеть? Такое роскошество. Ну, хотя, да, похоже, огромное количество вентилей, машинное оборудование. Я хоть в подлодке был все раз. Так, топор, лебедка. Поможет? Бессмысленно. Черт. Так, Стэнли, либо ты говоришь, либо топором. Промах удал? Надо еще раз попробовать. Так. Размечтался. Стэнли, мать твою. Что вы знаете о Хэмсе? На! Топор не робит. Неужто мне надо чудо-юдо зарубить? Невозможно сдвинуть рукой. Ну так сдвинь топором.
Ну, короче, что-то какой-то ворот, что ли, нужно. Не-не-не-не, на стрельбе уже дважды попробовал. Один раз промахнулся, второй раз размечтался. Третий раз, мне кажется, тоже никакого эффекта не даст. Так, сохранимся, пожалуй. Это один из тех классных квестов, где можно умереть. Так. Люк заперт. Ключом его. Так. Эй, я чего, совсем рехнулся? Так, окей. Ну, выходит, что в трюм с топором. Сейчас мы вооружимся. Кроши, тварь, кроши его. Ух, а какой у него узор над глазами. Так, ладно. Дрискол. Как эта радиостанция работает? Только капитану были известны. Может быть, Стэнли знает? На борту Виктория... Нет, капитан! Виктория не... Ллойд знал больше, чем мы. Он когда-нибудь упоминал о записях памяти? Не думаю. Он получал... Ага. Че же я тут... Интерком. Интерком, а ну. Может, ее как-то отвлечь надо? Блин, у меня кошка здесь занимает восьмую часть экрана. И нужно как-то что-то, ну, куда-то попасть. И нужно что-то главное рассмотреть еще. Райан, как я могу с тобой взаимодействовать? Ключ, ключ. А, вот так, стопэ. А ну. Ничего не хочешь говорить? Так, а ну открой. Так. Теперь топором. Это щит, открывающий дверь в торпедный отсек. Но там же все открыто. Угу. Здесь ничего, да, в смысле. Заперто. Нет ничего особенного и заперто. Да ты гонишь, чел. У меня есть определенные вопросы по поводу интерфейса. Так, шкафчик запертый и нет ничего особенного. Откуда ты знаешь, если там заперто? Wait. Пока нет. Так, пикселем дальше. Под койкой. Ой, господи. Да ладно. Жесть набрал. Чё? Ага. Еще и это. Что это и зачем? Медаль Святого Христофора. Святой Христофор покровитель всех путешествий. Мне что, надо ее надеть, чтобы... Чтобы что? Ну, надо вникнуть сначала, к интерфейсу привыкнуть. Это вы в современных играх привыкли, что раз-раз и все готово. Порог вхождения есть. Так, где-то там была дырка. Вот она. Так, место для оси. Для оси. Ой, зла, все дела. Как раз 37-й год на дворе. Так, спасательный жилет, переносная рация, магнитофон, ледоступ. Это у топорика есть ручка. Нет. Ключ, ледоступ. Пригодится на льду, а то ужасно скользко. Теперь мне нужен только замок. Запросто убил кого-нибудь. Но ты не успеваешь, потому что монстряк наносит удар первым. Покровитель всех путешественников. В нем стоит пустая пленка. Замечательно. Придет мне на помощь в любой момент. А ну. Есть что-нибудь новенькое, Дрискол? Нет, капитан, ничего. Фига себе. Интерактив. Так, у меня пока нет идей. Так, Уэйн,
помаху дал. А, я ему типа рацию хотел предложить. Так, Уэйн, ну куда на, получай. Глупо. Да нет, не переживай ты, господи, никто не заходил. Я тебе еще раз говорю, никто сюда не заходит. Так. Так, что-то он взял, перебежал. Сюда заходит только 4 человека. Ты и 3 зрителя с 2019 года, которые у меня тут сидят. Бывает периодически. Так, пошли отсюда. Так, надо... А, перископ еще же есть. Стоп, я не Лоцин Викторий. Какая разница? Это дело Дриск. Чё ж напикселить-то мне еще здесь надо, дорогие вы мои? В трюм мне путь заказан. Ладно, еще раз в машинном пошаримся. Нет, я еще раньше стримил. Так, на мостик. С того момента, как появилась PlayStation 4 у меня. Гаечный ключ. Ну как я его должен рассмотреть, а? Где его? Я его даже прицелиться не могу. Блин, какая черточка на полу лежит и все. Ёлы-палы. 19 фолловеров. У меня 28 написано. Что за дела? Все подписались, что ли? Нет, у меня был другой аккаунт, там было больше 50. Так. Гаечный ключ, здорово. Что ж ты мне дашь? А, вот еще переключатель какой-то. Так. Переключатель. Выключен. Включатель включен. Что мне это дает? Слышь, Стэнли, объясни мне, что я вообще здесь делаю? Что вы знаете о Хэмсе? На! Стэнли! На! Стэнли, блин. Райан, блин, спроси что-нибудь осознанное. Так, Дрискл, выручай, я чё-то вообще... Есть что-нибудь новенькое, Дрискл? Нет, капитан! Там отверстие для оси, у меня нет оси. Что мне ещё надо здесь нахантить? Ребята, ни черта не вижу. Стоп, а ведь можно... Нет. Нет, так. Явно что-то где-то нужно найти. Лебедка, лебедка, что она там понимает? Не сдвинуть рукой. Ключ, медаль, зацепиться медаль, не знаю. Можно ли тут комбинировать предметы? Обучения вообще никакого нет. Есть ли тут какие-то неочевидные взаимодействия? Так, спасательный жилет. А можешь? Не можешь одеть. Так, окей. Надо сконцентрироваться. Скорее всего, распределительный щит можно раскрутить. Так. Ошибка. Ключ вряд ли от него. Дверь, скорее всего, от житейской. А, не видно. Точняк. И надписи снизу не видно. Так, это мы сейчас исправим. Так, сейчас, значит, вот так, да? Как я там масштаб-то делал. И примерно вот так игру я вижу сам.
Через сколько? Блин, сейчас как-то очень растянуто стало. Странный вообще выбор. То, что... в таком окошке прям игра происходит. Прям синематографик. Пускай так будет. Все нормально. Просто не очень хочется, чтобы весь вот этот экран слишком сильно растянут был. Так, что тут еще есть? Лестница. Какая лестница? Радиостанция Интерпол. Опять он мне показывает лестницу, и опять показывает радиостанцию. А, это, господи, это я внизу вижу. У меня же на заднем фоне предпросмотр Твича. У меня сейчас все на одном экране. Блин, Дрискл, пойдем вместе, а? Один отвлекает чудо-юдо, а второй бьет по нему топором. Так, я так не могу, мне надо поднять окошко, иначе у меня очень много дезинформации. Дальше. Все, нормас. О, господи. Миндаль. Дрискл, я награждаю вас за отличную службу. Ага, время, чтобы... Не лучшее время, чтобы сходить с ума. Хорошо, хорошо. Так, сверху закрыто. Попробуем раскрутить. Мне кажется, есть какие-то определенные проблемы еще и с переводом связанными. Он не хочет. Не хочет он топором бить. Так, может быть, здесь надо что-то на пиксель хантить? Вы можете присоединиться к Дрисклу на мостике. Будет сделано. Ого. Чего? То есть мне тупо надо было предмет собрать? Ну, такую я не люблю. Слышь ты, Йорн. Сейчас мы ему что-нибудь дадим. Вон он рукой жмакает. Так, на. Ух ты. Канама Фетан Катулу. Ого, что-то знакомое. Каждый Лавкрафта-любитель любит это дело. Канама Фетан Катулу! Ктулху. Так. Не. Размечтался. А, записать надо. Где мой магнитофон? Вот он. Канама Фетан Катулу! Молится, да, это самому. Самому причем. Заклинание записалось. Yes. Такс. Ну чё, пойдем. Ух ты. Хрена себе. Так, чел. Мысли бессмысленно. Топором тогда его. Ты чё? Слышь, это... Алло? Уходим отсюда! Он ни топором не хочет, ни заклинание не работает. Что? Эй, я не сохранялся 10 тысяч лет, блин. Теперь пойми, после какого предмета он там в себя приходил, твою мать. А, там, наверное, сохранили, кстати. Че? Так, прочитаем. Джикро. Во, точно. Так, что у меня там? Заклинание Хэмс. Пошли, теперь разберемся с ним. Иди сюда, ублюдок. Мать твою. Врубай! Канама Фетан Катулу! Я не успел вариант прокрутить. Но ты попытки.
Герой. Успокойся. Я бы с удовольствием, Райан. Тоже мне сестра милосердия. Да ты даже на фельдшера не тянешь. Все еще лучше, чем мой стрим и мои комментарии. Так, че опять? Я это уже видел в самом начале игры. Так. Что за тики-таки? Бомба на борту? Дарк Монус, Виктория, капитан! Что? Вражеское судно вернулось? Или это риф? Я не удивлен, вы там орете на этом судне так, что вас, я не знаю, с материка слышно, наверное, блин. У меня на радаре пусто, капитан. Удар был изнутри Виктории. Ты что, чел, первый раз, что ли, на подлодке, хер ли ты так орешь? Есть повреждения? Течь в торпедном отсеке! Необходимо немедленно выслать СОС и откачать воду! Так. Уэйн. Уэйн. Его сердце остановилось, его сердце... Помогите! Помогите! Так, Стэнля. Балка. Что случилось? Что с тобой, Стэнля? Эта балка свалилась и ударила меня по голове! Помогите мне! А что случилось-то? Я не вижу. Там что-то придавило? Я не вижу. Как я могу вас освободить? Лебедка, скорее, пожалуйста. Невозможно с ним рукой. Ну, Стэнли, я с лебедкой что-то фиаско у меня уже который раз, я не понимаю. Электричество, ну что, ну я включу. Чё? Какой инфогреймс, блин, какой нахрен? Хорошо, переключатель включен. Так. Не нужно сдвинуть рукой. Переключатель выключен. Ну сдвинь ногой. Так, чё там? Ключом. Топором. Медалью Святого Христа. Ты гади ты. Святого Христа Фора. Так, топором я так не попробовал. У меня ключ был активен. Слышь, этот Джефферсон, или как там Дрискл, тебя? Стэнли придавило стальной балкой. Нам нужно его вытащить. Запустите лебедку и следуйте моим указаниям по рации. Я буду управлять лебедкой с мостика. Ой, чтоб я без тебя делал Dreamfall. Да в смысле не лучшее время? Так. Включен. Да что это? Так. Поднимайте, Дрискл, поднимайте! Есть, капитан, будет сделано! Теперь опустите цепь. А, она по этому двутавру двигает, ёпт! Я думал, она просто вверх-вниз, а тут вот она, рельса-то. Она прям реально нарисована так, будто на заднем фоне. Отлично, цепь привязана к балке, поднимайте! Что значит играть в маленьком таком окошке? Как будто сапёра на новичке раскладываю. Ты мой должник. Мои двигатели! Мои бедные двигатели! Оно продолжается. Слышь, Стэнли. Я должен послать СОС. Дрискл сказал, вы поможете. Мои двигатели! Я тебя сейчас это под балку обратно положу. Дрискл. Я должен послать Мои... Стэнли, капитан Ллойд мертв. Боже мой! Отрезвляющая фраза. Дайте но... мне радиочастоту. 107.4.61. Я почти угадал. Быстрее, лейтенант! Давайте убираться отсюда! 107.4.61. 107-4-61. 107-4-61. Надо бы запомнить. 107-4-61. Так.
Так, 107, 4, 60... СОС! 1? СОС! А, он сам что делал? Подводная лодка Виктория терпит бедствие. 48 градусов южной широты, 58 градусов западной долготы. Вода заливает отсеки. Так. А это у меня британская лодка, что ли, получается? Раз они говорили что-то про ее величество. А кто нас топил? Немцы. А это тоже немцы. Блин, меня немножко нервирует, что нет выравнивания. Учитывая темп прибытия воды, мы никогда не сможем поднять Викторию на поверхность, капитан. Корабли союзников не смогут нас обнаружить. Ори громче, тебя обнаружит кто угодно. Нам нужно послать какой-нибудь предмет на поверхность. Тебе. Так, где там мой топор? Так, предмет готов. Нет, ему не нравится. Пошлем капитана. Капитан у нас будет балластом. Бессмысленно расходовать силу. Трансформатор штука тяжелая. Че? Ты тут пройти не можешь. Ёб твою мать. Надо же. Такой херней занимаемся. Так. А ползком, а по стеночке? Нет. Дверь деформирована. Пожалуйста, оставьте ее в покое. Не будем усложнять. Че? А че не так-то? Так, пока заперто. Ну, на каждую дверь мы найдем ключ. Че? Совсем рехнулся или как? Что-то здесь прикручено проволокой. А, ящичек. Я сомневаюсь, что гаечным ключом мы можем раскрутить проволоку. Ну да. Да руками открути. Ну ты, блин, белоручка. Так, окей. Дверь деформирована, пожалуйста. А ты пройти не можешь, что ли? В чем твоя проблема? Райан? Снегоступы снять. Ой, блин. Так, дверь пока заперта. Надо что-то тут потыкать. Возможно, дело в трансформаторе. Промах удал. Да руби! Давай! Он теперь ходит как калека. Как будто у него не ноги, а протезы. Так, что у нас есть еще? Ты говорил, маленькая игрушка. Ты как хотел, на 5 минут? Есть квесты на 20 часов, а есть квесты на 7 часов. Я думаю, это на 7. Так. Что-то я не догоняю. У этого монстра сверхъестественная сила. На Still Life, да, я как раз, наверное, порядка 20 часов и потратил. Блин, это было больно. На второй. Нет смысла дальше носить. Да, снимай, конечно. Анимация. Не, ну качественно, не очень понятно, что за херня. Может быть, просто нужно спасательный жилет запустить. Люк запер. Ну открой. Так. А, что-то я, да, херней занимаюсь. Мне, короче, нужно в торпедный аппарат залезть. Или не в торпедный аппарат, а в торпедный отсек. Чё? Электрическая система запирания дверей активирована. Ого. А вручную? Так, мне теперь надо к щитку. Помню такой. Вот он. Вскрывай.
Ну? В чем дело? Так, Дрискол, я что-то вообще не догоняю. Как открывается торпедный отсек? Распределительный щит отвечает за открывание отсеков, капитан! Я понял. В настоящий момент пользы от него никакой. Так. И чё? Как нам откачать торпедный отсек? Отсюда ничего не получится. Нужно идти в торпед... Так. Как нам Может быть, выстрелить торпед? В коем случае. Никто не узнает, откуда эта торпеда. Меня! Нет, если кому-то нужно рисковать, то это... Так, ну так может давай. Может быть, выстрелить торпед? В коем случае. Меня! Нет, если... Меня! Меня! И чё? Ну, значит, надо вылезти. Так, рискуем. Господи, из этого стола теперь нужно все, блин, обходить. Чё там? Это дело? Меня. Нет, меня. Так, магическая... А, металлическая. Господи, не могу поднять. Это колесо от шлюзовой камеры или что-нибудь такое. А, металлическое колесо. Кресло. Аллилуйя. Хоть что-то, блин, проясняется. Так. Дверь в отсек. Ну, у нас там есть. А где оно, кстати? Вот он, дренажный кран. Ну, у нас же тут все имеется. У нас в торпедном... У нас вот нарисованы эти краны. Сейчас. На щитке нет такого крана. Херота, согласен. Так, погоди, там был дренаж, по-моему, наверное, написан где-то. Ну-ка. Так, где дренаж? А, дренажный кран, вот этот, да, все понятно. Вот тут нету клапана. Так, ну-ка. Крана, то есть. Чёрт, ну нет, это, наверное, не работает. Как же не хватает функции все подсветить-то, а? Какие хорошие люди, которые вот вообще сделали это в Дипоне и прочих квестах. Так, может здесь? Эй, я что, за землю? Дрискл, помогай. Уэйн, все. Так, может у него в карманах что было? Ну-ка. Бедняга, ничего у меня нет. Так, Дрискл, я ничего не понимаю. Ничего нового. Ящичек. Ящичек, вот он. Дверь в отсек. Щух! Тяжко, тяжко. Штука тяжелая. Это трансформатор. Да что вы от меня хотите? Так, Райан, давай Дрисклу звони. Потому что ты что-то вообще... Ни советов от тебя... Ни... Есть что-нибудь новенькое, Дрискл? Нет, капитан! Понял. У Дрискла тоже ничего. Может, часика полтора еще. Я не понимаю, что с этой дверью. Дверь деформирована, оставьте ее в покое. Да в смысле? Он пролезть, что ли, не может? Эх. Прикручена проволокой. Критик проволокой. Ага, понятно. Угу. Ой, блин. Пуха? Его. Кто мог подумать, а? Тут там был упор на проволоку. Там бы хоть сказали, ящик заперт там или еще что-то. Непонятно. Руби. И с этой дверью тоже не ясно. Пока заперто. Тоже электрическая система или еще что-то. Не ясно, не ясно. Так, эта штука даже не заряжена. Ой, так.
Так, ракетницу я взял, там делать нечего. Зарядки нет. Трансформатор. Он как-то связан с электрической системой, возможно. Она не заряжена. Руби провода нахер. Бессмысленно. Фак. Так. Ящик мы обыскали. Присоединена ко всем громкоговорителям подлодки. Так, Дрискл, я снова к тебе. Ничего нет. Слышь, Стэнли, что делать-то будем? Что вы знаете о Хэмсе? Стэнли. Он уже даже вообще разговаривать с нами не хочет. Может, к Хэмсону надо подойти? Так, ну тут определенно больше ничего. Так, стоп. Переключать. И чё? И ничего. Распределительный щит. Стэнли превысил запас слов, которые может говорить после, кроме своих двигателей. Нам просто денег больше на озвучку не дали. Все упирается в деньги, блин. Все из-за них. Он пропал. И чё? Мне что-то найти здесь надо? Алло? Алло, чё? Погоди. Алло? Может, он за шторкой спрятался? Может, он выше залез? Так, тебе задача найти Хэмсворда. Так-так. Внизу никого. В шкафу? Никого. Заперт. Вообще там заперт. Почему там заперт? Что за дела? Колесо еще и дурацкое. Куда воткнуть? Коробка. Там я уже искал. Так. Нелогично. Ой, чё за система запирания дверей, может, домой? Так, слышь, этот... не как-то есть там... что-нибудь новенькое, Дрис? Нет, капит... Бля... Что делать-то? Торпедное отделение... Нет, не будет, 100% не будет. Так, господи, дренажный кран... Система запирания дверей активирована. Не хочу. Я ее уже видел несколько раз, и меня не очень прельщает. Так. Я не очень люблю такие игры типа Лимбо. Там поиграл в одну, считай, все их видел. Ох, Уэйн. Ох, Перископ. Ох, Дрискл. Хотя про квесты можно то же самое сказать, но это, наверное, жанр, который мне все-таки ближе. Для стримов норм, но не лежит душа, душонка. Не лежит к этому всему. Слушай, так, этот Рейн, Эндрю, Райан, давай, давай, вот трансформатору подходим, значит. Значит, так, ракетница сейчас по нему раз. Пепперс Плис, а я проходил уже, как-то уже не очень интересно. Второй раз. Не время сходить с ума. Спасательный жилет. Как насчет закинуть спасательный жилет на трансформатор? Конечно же, ошибка. Еп. Из Пайпер Плиз получилось, да, уехать из Арстоцки. Штука не заряжена. Может... А, магнитофон у меня тоже нет.
Похоже, от удара расшатался. Да. Чуть ли не лезь в мануал. Новый ящичек. Ладно, пяль свою вот эту вот хероту. Пойдем еще раз в ящик заглянем. Ничего не осталось. Не будем усложнять. Так, пока за... В смысле пока? Что за пока? Что вы от меня хотите? Поясните, прочитать заклинание, джигу станцевать перед ней, чтобы она открылась. Ух, Райан. Может, так не ступайте снять? Нет, они снимаются только когда сюда заходишь. Снега ступы, то есть, конечно же. Не, ну это жесть, конечно. И он почему-то настаивает над подъемом. Бессмысленно расходовать силы. Трансформатор штука тяжелая. Почему расходовать? Почему? При чем тут его вес? Блин, да, 95-й. Не думал я, конечно. Не подумал я над очевидной вещью. Что-то там, тут будут все болезни квестов того времени. Глупый люк запят. Ну так отопри его, блин. И утонем все здесь вместе. Ну, давай. Не понимаю. Дрискл, ты не поверишь, я снова к тебе. Как нам откачать там? Отсюда ничего не получится. Так. Может быть, выстрелить? Ни в коем случае. Никто не узнает, откуда эта торпеда. Меня! Нет, yeah. Если кому-то нужно рисковать, то это мне. Как открывается? Распределительный щит отвечает за открывание в настоящий момент. Польза от него. А в какой момент от него будет польза? Что? Почему нет от него пользы? Что мне делать? Блин. Персонаж квестов очень умный. По сюжету, если положено, то да. Блин, Дрискл, то-то от чего есть польза? Я ни хера не понимаю. Распределительный щит. Открывающий дверь соседей. Ну так открой его как-нибудь. Серьезно, блядь, я же раньше 100 раз на него нажимал, да какого хрена? Ой, как плохо. Так, что надо делать? Переводить ток вправо или влево. Откуда он идет? Откуда он начинает ползти? Так, где начало, где конец? Так, ну допустим, ушел. Тут что-то тоже пережег. Дрискл, плиз. Нет. Так, ладно, сюда. Сюда. Да? Куда-то я пришел. Так, смотрим дальше. Сюда. Так, а тут как? А, походу отсюда. Сюда идет, сюда нельзя. Значит, сюда. Пеп. Угу. Все? Или сюда? Че?
Где начало-то, блин? Тут 33 входа, 33 выхода. Так, идет ток. Пошел по верхней, по правой, сюда пришел. Отсюда. Идет, идет, идет. Тут все сдохло. Но он здесь и не идет. Здесь направо. Сюда. А, очевидно, здесь сюда, да? По верхней. По одной единственной. Ну, желтый как будто все. Так, еще раз зеленый. Может быть, тут и не должно быть какого-то там сигнала, срабатываемого при выполнении задания. Здесь. Сюда, 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 сюда. Тут, тут непонятно как-то. Вроде идет вверх. И все. Если я включу, он пойдет наперёжок. А, вот здесь еще есть. Так, тут наперёжок. Идет сюда. Тут хз куда идет. Тут вообще они соединяются. Желтый и лиловый. То есть бирюзовый. Так, переключить. Подыщ, 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 подыщ. Подыщ, подыщ, подыщ. Подыщ. Подыщ, 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 подыщ. Угу. Подыщ, 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 подыщ. Подыщ, 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 подыщ. Подыщ. О! Все? Ну, видно все. Никакой реакции прям не последовало. Let's go! Торпедное отделение ждет. Ой. Так. Отверстие. У меня есть вот такая штука. Господи, пазл начинает складываться. Бог ты мой. Так, крути, верти. Жесть, физика воды могла бы быть. Ну что, теперь на это всплываем, да? Он же может продуть шлюзы, или как там на подлодках. Здорово, Дрискл. Соскучился? Может быть, выстрелить торпедой? Ни в коем случае. Меня? Нет. Ну все, я пошел. Так, слышь, Дрискл. А, господи, да, все. Там, короче, открываем торпедный отсек и через него выныриваем. Все, пошли отсюда, наконец. Я надеюсь, это действительно поможет. Так, вот торпедный аппарат. Стоп. Оденься. А, не, не хочешь? Так. Так. Наружу. Теперь я могу забраться вовнутрь. Ну так давай. Промах удал. Че? Не ушел, да, не ушел. Вы готовы к пуску, Дрискл? Я-то готов, а вы-то нет. В смысле? В смысле? Ну-ка. Да в смысле размечтался? Че тебе надо? Ракетницу? Заряд для ракетницы, что ли? Ага, вот где МВС. Кто МВС? Сигнал. А, вон она лежит. Вон она, желтенькая точечка. Я возьму эту штуку. Так, давай Дрискл. Вы готовы к пуску, Дрискл? Да. Я-то готов. Да в смысле я не готов? Это ложь. Мне ее как-то завернуть надо. Упаковать, укомплектовать. Не понял. Металлический. Ну, круто они еще разок. Так, чего я еще не учел? А, это все-таки.
Блять, это просто... Я не понимаю. Тут как реально ощущается, как разные уровни. Я уже второй раз просто здесь попадаю на эту всю фигню. Надо предупредить Дри перед тем, как... Откуда он знал, что я тут не готов? Откуда он знал, что я этот дурацкий отсек не открою? Я в аппарате номер 26. Готовность 10 секунд. Держитесь, капитан. Сейчас вам будет горячо. Жилет не одел. Судно на поверхности. Так. Если повезет, плавать вам долго не придется. А если не повезет? Все, капитан, поехали. Поехали. Я снимаю перед ним шляпу. Да он смельчак, этот лейтенант. Ой-ой. Фух, я уже думал, зависло. Сигнальная ракета! Включайте сирену! Мы их обнаружили! Фолклендские острова. Ого, фига себе. Прям эпизод, эпизод. 15 января 1937 года. Да куда ты быстро, блин, прощёлкнул? Для вас, Райан, операция «Полярис» завершена. Так. Но пока вы не отбыли в Вашингтон, вам сохраняется звание лейтенанта флота Ее Величества. Насколько подходит голос этому персонажу? Я поражен просто. Попадание в точку. Что вы сделали с Хэмпсоном? Да он свалил вообще куда-то. Мы нашли его на борту Виктории, в шкафчике для одежды. Он умирал от истощения. Мы перевели его в лазарет базы. А я его там искал, между прочим. Капитан Сирс, последний ящик с Поляриса в полной сохранности. За ним наблюдают. С ним ничего не может случиться. Как по возрасту не похож, так и по темпераменту. Войдите! Войдите! Такой командирский голос в зачатке. Вольно! Это же этот, как его? Этот. Ну как его? Эйзенхауэр, точно. Это Эйзенхауэр. Капитан, я положил в коридоре пленку, которую прислала мисс Молли. Ой. Спасибо. Ты прожуй сначала, потом на озвучку иди. Вот и зыт. Кто такая мисс Молли, капитан? Симпатичная? Это кодовое имя одного из наших разведчиков, работающих в Германии. О, значит, симпатичная. У вас на базе есть кинозал? Да. Но киномеханика квартирмейстер Квинси перевел в казармы. Казармы. Единственный, блин, киномеханик на ближайший дивизион, и его перевели в казармы. Правильно, правильно. А сейчас я должен вас покинуть, лейтенант. У меня есть неотложные дела. Вы смотрите, тут этот клептоман такой, а вы его в своем кабинете одного оставляете. Вы его хотя бы по карманам у него пошарили? Дождитесь Квинси в моем кабинете. Когда... Он выдаст вам предписание. Куда брали? Квинси. Сейчас мы подождем у тебя в кабинете. Сейчас мы дождемся. Сейчас. Так, ну поехали. Так, бумаги. Так, личное дело. С чего начнем, господа? Календарь. Ну, я думаю, с личного дела. Так. Так, это мы берем. Ящик. Так, отходим. Не заперто. Ну, только открой его. Так. Господи, чтоб, блин, в ящик банальный залезть. 5, 2, 3. Это мы тоже забираем. Так, так. Гуляй, гуляй, Эйзенхауэр, гуляй. Так. Внутри пусто, к сожалению. Думаете, стоит ли закрывать ящики перед тем, как капитан вернется? Календарь, ничего не происходит, погоди. Облегчите горе военных вдов. Сирс обвел дату 13.01.37. Художник не осмелился подписаться. Понятно, почему. Почему? Вроде нормально. Так, погнали теперь это разберем бумаги на столе.
Надо сделать что-нибудь другое. В смысле, смотри, смотри. Так, ручку тоже надо. Телефон бери. Здорово, Квайт. А ты закончил, что ли, уже? Я просто поражен, как ты сумел вообще проскользнуть. Да целых 40 минут. 50. Читаем. Незаполненный пропуск не имеет силы. Это форма для пропуска, но она, к сожалению, не заполнена. Ну так берем ручку, заполняем. В чем дело? Алло. У нас есть все возможности для этого. Блин, так, хорошо, хорошо. Так, картина. Слегка криво висит. Ну, раз кривовато, а вот и сейф. Но лучше мне ничего не трогать. Он сможет прийти в лучше. Я говорит, ничего не трогай. Ну, уверен? Уверен? Так. Так. Карта. Можно и карту со стены снять, я думаю, никто не заметит. Карта Южного полюса. Интересно. Так, ну надо ящик закрыть, ладно, хорошо. Лейтенант? Лейтенант? Ваше предписание, лейтенант? А? Чё? Подождите, пожалуйста, у капитана в кабинете. Петька и Василий Иванович. Нет, нет, я до такого пока не дорос, там пошло. Вскоре прибудет квартирмейстер и даст вам ваше предписание. Мамка не одобрит. Поэтому пока что вот такие вот ктулхи. Так, долго мне тут? Я тут уже все обыскал у вас. Так. Дело ра... О, это мое личное дело. Ну и че? Давай читай. Бессмысленно. Мое личное дело бессмысленно. Как я тебя понимаю? Так-так-так, вот и сейф. Да, а что делать-то, да? Так. Я не пройду дальше, пока не подпишу эти бумаги, чувствую я. И... Возьми ручку. Подписывай, тварь. Ну... Какой-то очередной скрипт, который сработает, когда я что-нибудь подберу. Меня это несколько расстраивает снова. Ну, по дате понятно. Не понимаю. Лейтенант, ваши предписания. Подождите, скоро. Этот не пускает. Может быть, на карте что-то приложить надо посмотреть. Карта Южного полюса. Чего не добьешься? Чё ж? Может быть, просто надо дверь как-то прикрыть, что ли, я не знаю. Чем-нибудь. Сапогом? Нет. Стул подставить? Тот спрашивает предписание. Блин, и рации нет, верному моему этому Джилленхолу позвонить. Эх, он всегда мне на подлодке помогал, а теперь крутись как знаешь. Тут очевидно пусто. Так, зрение меня, кажется, не подводит. Да, похоже, похоже, похоже. Либо карта Московской области, либо разбитое окно. Либо все. Оказалось, что это Ледовитый океан. Южный полюс. Или Северный. Где у нас материк? На Южный. Открывай этот. Внутри пусто. Я не понимаю.
какую? Пачка сигарет. А, вон та вот, да? Блин, вот у вас, знаете, вот у вас все видно хорошо должно быть. Даже если вы не развернули все это на весь экран. Вот у меня это вот сейчас вот малюсенький прям пиксель. Вот прям вот я вот сейчас вот навел вот эту руку, и я половину этой пачки прикрыл. То есть у меня на экране прям вот реально один единственный пиксель, которому нужно, блин, доглядеться еще. Здрасте. Квартермейстер Квинси. Ящики открыты, документы все разбросаны. Квинси, все в порядке. Ой-ой-ой. Ваше предписание у меня. Так все и было. Я ничего не трогал. Так. Лейтенант, вам тут больше делать нечего. Я и так потратил достаточно времени на ваше предписание. Кое-какие вещи Хемсона пропали. Мне нужно их найти. Ищи, ищи. Тем временем в подвале. Так-так. Мультик? Ой. Вампайра. Лейтенант? Ваше предписание, лейтенант. Пожалуйста. Тревога! Все охранники в подвальное помещение! Все охранники в подвальное помещение! Бегом. Ну, тоже, да, на столе. Окей, давай, катушку с пленкой. Да. Может, Квинси сейчас еще выбежит, что там в сейфе еще пошаримся. Здрасте, вы не слыхали разве? Не видно, что ли, я занят. Ну, занимайтесь своими делами, у меня тут вот свои... Ну, ладно. Ничего не происходит. Отвратительно. Я не очень понимаю мировоззрение моего персонажа. Так, здрасте. Это квест. Каждый квест есть симулятор вора. Симулятор клептомана, я бы сказал. Шоу. Ирвин. Тут каждый персонаж практически писатель. Для меня сообщений не было. Извините, лейтенант. У меня нет времени на разговоры с вами. Да делайте. Не обращайте на меня внимания. Так. Было бы глупо выкинуть что-то. Эй, не трожь! Не твое! Все, простите. Не обращайте на меня внимания. Занимайтесь своим делом. Чёрт, жжется. Вода кипит. Погоди, это же практически обычный деревянный стол. Насколько я знаю, плитку тогда электрическую... А может, изобрели что там, спиральку? Ну, он сам по себе кипит. Чайник сам по себе кипит. Ну, чертовщина у вас здесь творится. Шоу. Так, надо попикселить немножко. Радиостанцию. Здесь командует шоу, окей. Оставьте радиостанцию в покое. Хожу где хочу, делаю что хочу. Анархия. Погнали дальше. Британия. Австралия. Карта базы. Я как будто какой-то шпион. Там спер, тут подсмотрел. Невозможно взять эту карту, слишком надежно прикреплена. Зачем тебе ее брать? Стол. Смотрим. Заперто. Так, открыть нечем. Так, ну мне сейчас смотреть пленку зачем-то. Либо вместе со всеми бежать в подвал. Кстати, рано еще ноги уносить. Да что с тобой? Я трачу свое время. Так. О, шашка. Так, безделушки. Это мы берем. Пыль с этих побрякушек. Так, берем. Давай. Нет, не хочет. Диск. Тоже берем. Нет, увы. Ну, сабль ты возьмешь. Здесь.
Так, хорошо, я думаю, настало время сохраниться. Тут вообще автосохранение вроде как есть, пустое причем. Мне надо сохранить. Окей. Погнали. В подвал, наверное. Маклегин, еще один сидит. Там что, только один охранник на всю базу, что ли, то... Выкину знает, механик где, на базе. Мира. Так. Да, приятель, меня отослали в казармы за то, что я сигаретами слегка приторговывал. Почему-то не в казармах сейчас, прости меня. И тем более, почему-то не в подвале. Квинси заключил вас под арест по приказу капитана Сирса? Нет, приятель. Капитан не такой мужик, чтоб человек из-за трех сигарет под арест. Это типа американский сленг. Не сленг, а... слова, где вы, когда вы так нужны? Жаргон, нет, говор, но это не то, немного не то слово. Американский выговор, говор, выговор совсем не то слово. Он хороший мужик, капитан-то. Капитан-то. Квинси заключил. Нет, приятель, он хороший мужик. Так, Квинси. Да не Квинси меня послал. У меня складывается впечатление, что от меня он тоже не в восторге. Это запросто. Он же недавно еще один выговор мое дело записал. Понимаешь? Понимаю, друг. Вы не могли бы прокрутить эту пленку? Давай кино смотрим. Запросто. Если, конечно, ты ненавидишь Квинси. Но что ты предлагаешь взамен? Логика все умерла. Личные дела. В базе есть личные дела? Тебе нужно спросить Шоу. Он все знает. Это радист, который... А что тебе надо-то? На, вот, на, крути, тварь. Вы не могли бы прокрутить эту пленку? Чё ты дашь за... Блин, капитализм. Сигары, на, кури. Кюри. Возьмите. Значит, это всё-таки не штучки, Квинс. Ну я возьму лишь в том случае, если смогу тебе пригодиться. Господи. Крути. Вы не могли бы прокрутить? Давай пленку. Сейчас все будет. Ну? Вы не могли бы прокрутить? Давай пленку. А, я понял. Вы не могли бы прокрутить? Очень-очень интересно. Пойдемте. Акцент топ. Да, во, акцент. Точно. Это то самое слово. Акцент. Ой, сейчас что будет? Так. И птеродактиль такой, хренак. Ой. Вот такого мы уже видали. Ну чё, приятель, фильм понравился? Не то слово. Очень поучительный фильм, Маклаглин. Чё это за фильм? Спецэффекты, Маклеглин. Спецэффекты. Все? И к чему нас это приведет? Крепко приделан к полу. Какая полезная информация. За дисциплины здесь солидят. Удивительно, на подиуме ничего не написано. Должно было быть. Так, я у тебя тут пошарюсь. Не открывается. Книги. Поехали. Конечно, да, ну, чувствуются прям такие новичковские ошибки. Возьми какой-то там двухпиксельный предмет, чтобы дальше по сцене продвинуться. Зачем-то просмотри пленку, которая тоже непонятно, нужна или не нужна. Но там окно киномеханика. Рационку. А можно мне туда? Нет. Ладно, пошли дальше, и чё? Маклеглен? До свидания. Да, братишка. Братишка. Вам не следует так много курить. Вредно для здоровья, знаете ли. С определенной хмылочкой, так сказал. Пачку сигарет подарил и такой, не кури много. Завтра еще сигарет принесу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, минус один. Вы лейтенант Райан? Вы знаете... Хэмсон пропал. Ой. Вот это у него
халат. Я обнаружил странную зеленую слизь под его койкой. Вы замечали что-нибудь подобное на борту Виктории? Нет, такого не припомню. Странно. Ух, и плечи тут мужчина прям такой дородный. Мне кажется, наш персонаж что-то скрывает. Какого хрена, не понимаю. Никому не верит. Никому ничего не говорит. Так. Я лейтенант Райан. Вы не знаете, где я мог бы взглянуть на личные дела? Одно у тебя в кармане. Спросите у Маклеглина. Ну, что за футбол начался? Я уже поговорил с ним. Он сказал, что вы сможете помочь. Хорошо, лейтенант. Личные дела находятся рядом с оружейным складом. А где здесь оружейный склад? У тебя чайник все еще кипит, сейчас уже прожжется там все. Вы не знаете... Так, это я уже... Да, погоди. Для меня сообщений не было? Вот одно я только что расшифровал. Вы знаете, я, конечно, извиняюсь, но у ваших друзей... А, он американец. ...совсем крыша поехала. Или кто? Было перехвачено закодированное сообщение, шедшее с базы Эдвардс и направлявшееся в Германию. Внутри базы работает предатель. Вы должны вычислить его. Просмотрите личные дела персонала и продолжайте наблюдать за Хэмпсоном. Я запутался. Да выключите вы этот чайник уже наконец. Не могу на это смотреть, пойдем отсюда. Так, на столе. Я тут уже все забрал, я уже забыл. Так, мне нужен оружейный склад. О, никого нет. Так, поехали. Тык-тык-тык-тык. Так, тайник, я так и думал. Сейчас, погодите, я сейчас вернусь. Облегчите горе военных вдов. 13.01.1937. 13.01.1937. 13.01.30. 13.01. Так, понятно. 13.01.37. Yes? Чё, нажать надо? А? Чё? Или это дата на американский манер? 01. А. 13. Все? Открывай. Нет, погоди, рановато. 13.01.937. Блин, я чувствую себя этим Валеркой из Неуловимых Мстителей, который тоже пытался что-то там подобрать. Чё жать-то? Алло, где ручку поворачивать? Так, ну-ка, погоди. 13.01.1937. Но он не может, наверное, да, так явно обводить код для сейфа. Так, у нас ещё листок бумаги. Так. Половина от страницы отцов. Там ведь тоже какие-то цифры были, по-моему, 5.3.1. И как их посмотреть? Или они к этому отношения не имеют? Блин, непонятно. Но выходит только что-то с военными вдовами связанное. Надо сделать что-нибудь другое. Это ты про стрим? Вроде все правильно. Так, 13 января 37 года. Так, ну попробуем еще разок. 13.01.37. Рычагов? Нет, что-то я не догоняю опять.
том числе, почему он не хочет заполнять этот поганый листок. Ну, там подпись, наверное, официального лица нужна. Я не знаю, как она выглядит и все такое. Блин. Ну что, надо пробовать комбинации. 37, 13, 01, 37. Может, наоборот, хз. Так, 37 01 13. Ну и... Не, я, конечно, мог бы решить эту головоломку подбором, попробовав все миллион комбинаций, но это будет несколько долго. Ну ладно, не миллион, 999 999. А может, я не знаю, QWERTY 1, 2, 3. Ну, я должен был это попробовать. Так. Скорее всего, я в очередной раз в верном направлении. Тринадцать, ноль один, 1937. Возможно, 13-1, но это я вводил, по-моему, уже. 13-1-1937. Ну да, вот может быть первые две цифры. Ну, вряд ли, ведь кто будет век вписывать, правильно? Но такая вероятность есть. 19 01 19. Ну и просто месяц. Сейчас 01 1937 1914 год, война началась. Так, 13. Ну, возможно, здесь на американский манер, значит, 1 13 937. Ноуп. 1000. Ноуп. Попробуем еще раз. 01 37. На этом игра закончилась. Вполне возможно, да, да. Ну, честное прохождение на этом может закончиться. Так, возможно, это просто по старому стилю. То есть 26. Работает. Так, 937. Ну, пожалуйста. Мне кажется, что-то нажать еще надо. Или где-то найти еще один половину листка. Так, там было три цифры. Здесь 6. Да, 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 да. Скорее всего. Скорее всего. Так. Пойдем искать дальше. Самый простой путь не всегда самый верный, правильно? Так. Ту-ту-ту-ту. Бумаги. Ну, блин, возможно, за картинами. Ладно, пошли шарец. Сперва я должен вернуть картину в прежнее положение. Давай. Где ж тут второй кусок? Наверняка где-нибудь пиксель опять какой-нибудь торчит. А ты ищи его... Все глаза, блин, просмотреть. Шоу. Что вы знаете про... Не хочет он с ним говорить про эту тему. Так, листочек. Листочек.
Так-то мне в казармы надо валить. Ой, то есть склад рядом с казармами. Но меня туда не пускают. Тут вообще неактивная дверь. А, стоп, а я вон там разве не был? Тут открыто теперь. Тратишь свое время... Да в чем дело-то? Какие привидения? В чем твоя проблема, мужик? Карты он хочет брать, какие-то привидения, в чулан он идти не хочет. Мужик, ты, конечно... Вызываешь у меня вопросы. Подписи под картиной нет, и ничего странного. Море моряков, море капитанов. Отвратительно. Там вроде женщина нарисована. Здорово, что за игра такая смешная? Это, как ни странно, зов Ктулху. Блин, а дальше я забыл. Сейчас скажу. Нет, не вспомню. Если вспомню, то скажу неправильно. Prisoner of Ice. 95-й год. Она почему-то у меня вызывает стойкие ассоциации со Швейком. Не знаю почему. Я тоже до сегодняшнего дня не знал ее существования. За дисциплиной здесь следят. Блин, а могли бы пароль начеркать. Ну пошли картины смотреть, что. Внизу ничего нет. Мне начинает казаться, что нужно вводить количество картин, которые я вижу в комнатах. Блин, книги. Ну, хоть один какой-нибудь пиксель, а? Окно, книги, окно. Маклеген, я тебе там подогнал сигар. Маклеген, я бы хотел еще раз просмотреть пленку. Ага, может и здесь смысл какой-то я есть? Я тебе, ты мне! Чего? Маклеглот, я бы хотел еще раз просмотреть пленку. Я тебе, ты мне! Сигареточки остались. Хрена себе! Да, озвучка причем достаточно адекватная. Ну, тут есть, конечно, стопроцентные непопадания, но с пиратским переводом такого не избежать. Наверное, только в первом StarCraft он выполнен на таком прям... А, ну и в первых Commandos. Ну, шикарно. Но там Фаргус. Профессионалы работали. Блин, эта тварь хочет еще сигарет. Где я тебе найду их? Так, хорошо, 5 картин. Нет, 6 картин. Раз, два, три, четыре, пять. 5, 6. Вот эти и считаются. 2. 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. Так, погодите. Мне надо записать так много чисел, не могу запомнить. Тут картин нет. Эй, не трогай! Молчи. Ну, выкурил ты выкурил, а где новый-то искать? А если там пароль был? Вода все еще кипит. Там, наверное, в него эта трубка, чтобы водичка подливалась, иначе бы он уже прогорел и стол бы прожег, чертовой матери. Так, очередная затыка. Как же я жалею. А если я сейчас на мониторе? Да, как ни странно, двух монстров уже показали и даже были одни щупальца. Так что вполне. Ну что, что накорябано? Я не вижу. Ну тут не сказать, что прям страшилки.
просто. Постольку поскольку. Пока самое страшное, что здесь есть, это лютый пиксель-хантинг. Да, прикольный, прикольный. Тут под впечатлением. В 95-м кто уже? Какие квесты были? Не, хотя, наверное, тогда еще никаких гостей и никаких мистов еще, по-моему, не было, да? Чуть позже они все вышли. Что тут прям классика, классика, типа лукасартовских, наверное, самых первых. Индианы Джонса. Так, я еще разочек. 13.01. 1937. Сибирь уже была вторая, да? В 95-м? Думаешь? Что-то я очень сомневаюсь. Я прям сейчас залезу и... Что-то... Не было Сибири. Да я не верю. Ну да, это начало 2000-х. Алло, вы шо? Если ты имеешь в виду Киберию, может быть, это не квест, а это самый... Как его? Рельсовый шутанчик. Вот она как раз в 90-х была. А, понятно. Я просто очень серьезный человек. Так, что происходит? Интересно. Я не знаю. Все, я не понимаю. От меня хотят. Вообще никаких наводок. Ничего не добьешься. Нэнси дружки, да, древние. Так. 01. 13. 37. 1900. Ну, он Тайкуч тут выказывал интерес к Нэнси дрюхам. Я что-то как-то пока не созрел. Не understand. Один. 13. Что-то не хватает. Два канала, дрюшка. Да я не удивлен. Очень может быть даже, что какие-нибудь говорливые и симпатичные стримерши. Так, короче, сорян, но я... Тихо. Использую чит-код, потому что застой получается стрёмный очень. Так, Prisoner of Ice. О, квест-зон. Кайф. Нет, я просто сел, отвалился на кресле и делаю фантастические умозаключения, пытаясь собрать всю информацию, которая была с начала игры до этого момента. И это поможет мне узнать код. Тем временем, тра-та-та, Квинси не выпишет пропуск, возьмите со стола личное дело, пачку сигарет, откройте ящик. Найдете странный кусок бумаги с непонятным номером 523. Было дело. Потом дверь войдет Квинси и даст вам пропуск. Тоже было. Так. Хотя можно, наверное, пусть мультик сейчас пройдет. А как тогда додумался до подсчета картин, была подсказка? Нет, это просто в порядке бреда. Но это не нужно. Скорее всего. Пока смотрите, здесь почему-то демка проигрывается, когда долго ничего не делаешь.
Так. Я, короче, сидел долго думал и понял, как все это делать. Я понял, где мне нужно допиксель-хантить. Да, мне самому скриншоты прям понравились. Я такой, да, надо. Это надо поиграть, это надо пощупать. Короче, ну как всегда, как всегда. Одиноко стоящая синяя книга где-то должна быть. Но это, конечно, капец. Где она стоит? Книги, 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 книги. Скрытый гем. Гем. Что такое гем? Какую книгу мне надо взять? Глупо, он вот говорит, глупо в этом хламе копаться, и тем не менее, где-то я должен выкопать голубую книжку. Книги. Вот там. Это что ли? Капец. Ой, капец, капецный. Капец. За что? Ну как так-то? Особенно, когда глупо копаться в этом хламе. Любимый жанр. Квесты прям обожаю. Из-за вот этого, всего этого просто. Нет игр лучше. Ладно. Гем это гем. Эх, гем. Гем. Где-то еще есть плей. Геймплей. В этой игре только половина геймплея. И это гем. Так-так. Поехали. Что там было? 496 и 5. Да. Угу. Так. А, и печать. Кайф. То, что есть печать, это хорошо. Так, погнали. Надо сделать что-нибудь другое. В смысле? Так. Во-первых, шлеп. Угу, берем. Незаполненный пропуск не имеет силы. Эта форма для пропуска, ну, вроде все есть. Печать. Ну, ключ нет. Че? Мое личное дело. Зачем мне личное дело мое? Для фотки, что ли, вот это вот. Это вообще выглядит как объяснительная записка с кто от кого к кому. И прошу уволить меня по причине, что вы все здесь козлы, я не могу тут больше находиться. Да. С моих слов записано. Да. Да закрой, ладно, закрой этот дурацкий сейф. Ну, приступить к закрытию сейфа. Господи. Накрутили. В комнату садиста. Так, шоу. Нет, это и все было. Что делать-то? Не, ключ-то понятно. Ошибка. Чё тут чайник? Чёрт жжётся. Вода кипит. Я не знаю. Ебать. Простите. При помощи пары фотографий сошла. Ой. Ну окей. Да. Да. Но в этом есть какой-то смысл. Попробуй сам додуматься без тыканья во все подряд. Теперь у меня пропуск с печатью есть. И чё, и куда мне его пихать? Я же не могу никуда выйти толком. Так.
дядь, я не знаю зачем, но вот тебе мой пропуск. Непонятно. До свидания. Ну, возможно, в чулан, но он как бы открыт. Бессмысленно, ну да. Сюда я не могу. Там даже никакого действия не выводится. Ох, хер знает, может через киномеханика. Не знаю. Погнали. Опа. Бесполезно, дверь заперта. Ну так ключ-то мне зачем? Ну? Ать? Чел? Что? А чего мне ключ? Для чего? А, у меня двери, что ли? От системы самоуничтожения Виктории. Похоже, Сирс от... от системы с... Понятно все. И чё теперь? Куда мне пропуск сунуть? Тут закрыто, там закрыто. Ну, печально это все. Да, музона много. Можно его, наверное, еще тише сделать. Меня зовут Райан. Меня зовут Райан. Да, меня зовут Райан. Меня зовут Райан. Меня... Если честно, я разницы как-то не ощущаю. А хотя нет, вроде норм. Так, сохраниться. Сохраниться и забыться. Да этот пропуск теперь сунуть-то надо. Ё-моё-то. Что делать? У меня тут нет вариантов, блин. Куда охранник-то свалил? Блять, тут что? Не могу ее сдвинуть. Заперто, не могу сдвинуть. Ключ от системы самоуничтожения. Не очень хорошо. Чего делать? Почему сдвинуть? Какого хрена? Почему заперто? Ладно, так, все, окей, окей. Отставить панику. Сломанная радиостанция. Чел, у меня есть пропуск. Ошибка. Эй, не трожь, не твое. Не твое. Тут все казенное. Че мне надо сделать-то с этим пропуском теперь? Я чувствую, опять сейчас придется. Размечтался. Лезть в документацию, так сказать. Шоу, я не понимаю. Для меня не было новых сообщений. Никак нет, лейтенант. Вы не знаете, где я мог... Спросите у Маклеглина. Я уже поговорил с ним. Он сказал... Хорошо, лейтенант. Личные дела находятся рядом с оружейным складом. Я уже поговорил... Хорошо, лейтенант. Рядом с оружейным складом. Я так понимаю, что мне нужно к нему выйти. Но я... Я в упор не вижу здесь выхода. Ле, можно выйти? Через... Я не понимаю. Инструкции по прохождению приветствуются. Ну, так-то хотелось бы... Там, я не знаю, ЧСВ там свое поднять. Хер знает. Но учитывая вот эти вот маленькие пиксели, которые нужно где-то рассматривать, вот это выглядит как выход. Но у меня написано, что это окно. Про окно, выпусти меня. Ой, ужас, как. Может тут куда-то... А, окно, блядь. Это еще меньше. Здесь уже не два пикселя. Здесь половина пикселя. Кнопка. Нет. Нет. Нет, нет. Будь проклят, кто-то резает. Что? Он бы хотя бы это, я не знаю. Блин, у меня просто дар речи удален просто теперь. Они должны были сделать здесь какое-нибудь сообщение, типа вот навести, типа а-ля лифт или еще что-то. Но нет, это вообще как не интерактивный объект.
Ой, блин. Жесть. В подвальных... Опа. Это он превращается в этого монстра. Ну, блин, ну там не видно ни хрена. Вот здесь хотя бы, ладно, тут можно ее различить. Да не видно, я... Ну, непонятно, что это лифт. Хотя вот эта стрелка, да. Да, у меня просто... Не было ассоциаций насчет вот этой стрелочки, которые на старых лифтах были. Ну, черт его знает, не знаю, не знаю, не знаю. Я принципиально сейчас сравню вот эту кнопку. Ну-ка, поехали. Не, ну смотри, да? Вот сравни вот это вот. Сориночку. Ну, теперь-то сложно ее разглядеть, конечно. Развидеть. Ой. Вечно вот вам, вот зрителям, все виднее со стороны. Я тоже, ваш когда пропуск, там лейтенант. Фрагментами пролистываю, тоже так с первого раза все замечаешь. На стриме ни хера не понятно. Чтобы начать распутывать, почему он никуда не ведет и прочее. А, ну, надо было это, написать догадку. Мало ли. Господи, что у него там с головой? Его прям трясет, трясет. Нет. Пожалуйста. Все, ушел. Так. Блин, сейчас ведь эта тварь... А хотя та тварь уже лежит в койке. Лейтенант? Можно ничего не опасаться. Я, наверное, съел что-то несвежее. Где у вас лазарет? У вас за спиной, лейтенант. Тебе, наверное, больше в туалет, чем в лазарет. Мне было приказано помочь квартирмейстеру Квинси найти вещи Хэмпсона. Желаю удачи, лейтенант. В этом чулане все свалено в одну большую кучу. Так, а что вас сюда вызывали? Это кто-нибудь мне расскажет, что происходит? Я, наверное, У вас за спиной, лейтенант. Фига, они двумя актерами аж записались. Мне было приказано. Желаю удачи, лейтенант. В этом чулане все... Ну, говорят, они одно и то же. Так, обокрасть их не получится. Че, сначала дверь. Так, что написано? Действие в случае возникновения пожара. Пожара, это интересно. И, кстати, акцент здесь внизу. Считайте ничего за неуважение, нет. Лейтенант. Но вы не имеете права находиться рядом с оружейным складом, сэр. Ой, а мне там личные дела нужны? Ой-ой-ой-ой, тут кого-то прибили совсем недавно. А вот она и решетка. Глупо опять начинается, да? В видосе стоп-гейна по играм Лавкрафта этой игры не было даже упоминания. Ох уж этот стоп-гейм, каким не люблю. Ну нет, его можно, конечно, посмотреть. Но, конечно, многое всегда упускается, а периодически чисто вкусовщина навязывается. И у меня есть подозрение вообще по названию, что Call of Cthulhu приписано в 2000 бородатых годах, ну, то есть не бородатых, а каких-нибудь 2020-х таких вот. А раньше игра выходила просто под... А, все разбежались. Стоило только про стоп-гейм что-то сказать, как все уже как все сразу убежали. Мне кажется, что про Ктулху приписали потом, когда игра выходила в Стиме. А сначала это была просто Prisoners of Ice. Такие вот дела. Ну, блин, аж два человека зашло из относительно новых людей. Прикольно, прикольно. С камеры. Да, 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 возможно, вполне возможно. Тоже кнопочка. Добрый вечер, да, лорд лесбиян. Добрый. О, подписаны. То есть даже фоллоу. Класс, спасибо. Цель по количеству фолловеров достигнута. 30 из 30. Эй, удачный день. А вы Ктулху и все такое. Великое заклинание Ктулху в Тагн прозвучало, и вот народ потянулся. А вы еще будете мне все рассказывать, что это сказки. Что игра к Ктулху не имеет никакого отношения.
Дотер со вкусом из Науфоловинка тоже, да, добро пожаловать. Игра пипец знакома. Но она похожа на что-то. Прям вот, да, вот реально какие-то флешбеки ловишь. Так, ладно, насчет игры давайте вернемся к ней. А что происходит? Золотой без Науфоловинка. Вот. Чьи твинки? Что это такое? Квайт опять балуется. Что за дела? Тинки Твин, да. Ты стал звездой Твича. Все, зазнался. Да блин, у меня строчки с донатом. Нет, ёлкин кот. Удалил месяц назад. Кто же знал? И причем заканчивать уже хотелось бы. А тут прям смотри-ка. Не, ну круто, если все это живые иллюзии, это, конечно, офигенно. Прям раз в месяц у вас появился на один стрим больше, который можно будет посмотреть. Так, из решетки. Так, черт, она приварена. Какие заканчиваем-то? Ну, просто через час уже собираться к выезду, ехать на огороды, все такое. Ну, полчасика, я думаю, у нас еще есть. Так, сундук, давай. Ой, ёпта. Это потому, что в строчке миллиарда нефти уже. Она улетела в небо, ее не видно. Стримишь из космической яхты сделать. Да, из золотых майбахов. Причем они литые, то есть монолитные. Эх, сейчас бы золотой майбах. Совершенно не знаю, куда и где это можно реализовать. Кто там страшилки хотел? Остановись, отдай дань уважения. Он пережил ужасные муки перед смертью. Весь слизи сейчас, кстати. Даже на риску холодильник. Это я, который сейчас вот неделю назад ночевал в ванной. Потому что в комнате нереально холодно просто. Ладно, не ночевал я там. Так, хорошо, труп мы нашли. Пожалуй, стоит сейчас обратить на него внимание. Обратить внимание охранников. Так, что происходит? Здорово, мужики! Смена караула! Зачем вы так? Ну зачем? Вот смех-то было. Они заменили папиросную бумагу Финлейсона на туалетную. Ха, Финлейсон целый день прокашливался за дыма. Дымит, как паровоз. Ну вот, нормальная озвучка. И сейчас вон тот рот свой раскроет. Ну-ка. Лейтенант? Ой. Я, наверное, съел что-то несвежее. Где у вас лазарет? У вас за спиной, лейтенант. Мне было приказано помочь квартирмейстеру Квинси найти вещи Хэмпсона. Желаю удачи, лейтенант! В этом чулане все свалено в одну большую кучу! Блин, чел, ты бы был таким популярным чуваком на Твиче, ой. А можно список работ вот вообще вот этого гражданина? Хотелось бы ознакомиться с периодами творчества, окунуться, так сказать. Да, он великолепен. Может быть, у этого еще лучше? Лейтенант? Так. Я, наверное, съел что-то несвежее. У вас за спиной, лейтенант. Ой, нет, это скучно, чем. Не-не-не-не. Не, написано 95-й. Там прям от души, там в начальные титры вписали ого-го, сколько чуваков там работало. Ну, в смысле, ого-го, больше пяти уже много. Мисс. Здравствуйте, лейтенант. Чем могу помочь? Фига, по-моему, даже реально женщина. За 5 лет моей карьеры в армии я не встречалась с более неприятной личностью. Он совсем недавно приехал и уже умудрился. Фу, он невыносим. Че он умудрился? Че он сделал? Давайте посплетничаем. Мне нужно к доктору, срочно. Пожалуйста, подождите немного. Я пойду и узнаю, сможет ли он вас принять. Кайф, опять я один, опять меня оставили наедине с письменным столом, с личными делами, со всем прочим. О, как хорошо, что она вернулась. Доктор вас ожидает. Вы можете войти. Ух ты, так.
Ну, тут, в принципе, ничего и обыскать-то и нельзя, только по картинам пошариться. Крепкий орешек. Не хотел бы я служить под его началом. И надо сделать что-нибудь другое, действительно. Пойдем, пойдем. Итак, на что жалуемся? Что у вас? Флебит? Дифтерия? Или малярия? У меня клептомания, док. Запущенный случай, самому страшно. Желудок, колено, все в порядке. Сейчас ведь будет проверять, а у меня там все нормально. Придется что-нибудь сожрать. Покажите мне, что вы ели. Так. Смотри, они даже плакат сзади перевели. Охренеть. Покажите мне, что вы ели. Я съел ключ. Пока не покажете, что вы кушали, я вас не буду осматривать. Как я тебе покажу, что я кушал, если я это скушал? Лейтенант, я сообщу доктору. Лейтенант. А мне больше туда нельзя, что ли? Ёлки-палки. Блин, журнал, я кушал журнал. Ничего не происходит. Путешествие в Аргентину. Как мне ему надо показать, что я кушал? Мисс Трент. Чем еще могу помочь? Книги в клинике, блин. Не, ну это, конечно, жопа, то, что они сделали проход в... Опа, ты кто такой? Проход в комнату через... Обязательно разговор с медсестрой. Так, ладно, сейчас с мисс еще пообщаемся. Мне снова надо... Пожалуйста, подождите немного. Так... Может, надо успеть что-то Лейтенант. Взять, пока она ходит? Журнал. Ну а сейчас в чем дело? Колено! У меня колено стрела! Побаливает, как меня из торпедного аппарата катапультировали, доктор. Так, это более правдоподобно. Я не занимаюсь лечением артистов цирка, лейтенант. Блин. Так, у нее там что-то на столе лежало. У меня еще раз... Чем еще? Прибыть с аудиенцией. Пожалуйста, подожди. Третий раз, короче, да, подряд приходит пациент. Лейтенант, угу. Сначала у него желудок, он не смог объяснить, что он ел. Потом у него колено, что дело? Теперь, да. А сейчас у меня все в порядке. Нет, нет, покажите нет, мне, что вы ели. Сейчас, 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 док. Инструкция по сборке, пока я прорвусь. Пока не покажете, что вы... Ладно, пошли искать, что я ел. Возможно, на складе что-нибудь есть. Ой, блин, полка. Глупо в этом хламе копаться. И наверняка мне нужно что-нибудь здесь нахантить. Черпануть слизи? Как вариант. Во, там что-то стоит. Бочка. Нет времени... Чё? Похоже на офицерский запас вина. Ну нет, он не хочет ничего с ним делать. Тут нужно отдать дань уважения, закрыть и никому на базе про это не сказать. Возможно, это даже логично, чтобы никто не подумал. Кстати, здесь можно снова обращаться к руководству. Настал момент, когда нужно что-то нахантить. Вон там какой-то ящик еще стоит. Но он прям ничем не выделяется. А, стоп. Вот это что такое? Жестянка. Е. Yeah. Так. Там и так и стояло открыто некоторое время. Что это такое? Ну, пойдем пихнем доктору под нос. Может, он разберет. У меня же живот болит, значит, я особо не разбирался, что я там жрал. Чем еще могу? Так. Мне снова надо к доктору. Сейчас давай сначала так пройдем. Пожалуйста, подожди. Так, 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 так. Сейчас пока она ходит. Так, 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 так. Хватай. Блин. Лейтенант, доктор вас... А, вина, может быть, в банку из бочки надо было налить. А сейчас в чем? Так, желудок. Покажите мне, что... Вот вы я в съел. В самом деле это ели? Конечно. Не двигайтесь. Что такое? Сейчас я достану необходимое лекарство. Бог мой, клестир сейчас принесет.
Так, короче, микроскоп мы забираем. Нет? Что делать-то? Надо прошмыгнуть. Э, док. Возьмите эту таблетку. Если вам лучше... Опять меня спровадил. Ай, банку забрал! Так, нет. Играем комедию до конца. Могу помочь, лейтенант? Мне снова надо к доктору. Пожалуйста, подождите немного. Тендерей, красотка. Нет, ты бред ничего нельзя. Лейтенант. Гнись, чел, давай. Какого хрена ты такой здоровый? Никуда не уходите. Я достал. Блин. Начинается. Тест на зрение. Инструкция по сборке. Yes. Понять не имею, что это и зачем. Ух ты, коллекционный экземпляр. Зачем, почему, для кого? Вот. Если в следующий раз мы попробуем более сильное средство. У тебя еще сильнее есть. Господи. По сборке радио. Пойдем отнесем, не знаю зачем. Я не понимаю зачем, но это единственный очевидный ход сейчас. Не, ну конечно можно третий раз согнувшимся подойти. Поехали. Че, у меня тут книжка. Вот такая. Понятно. Понятно. Все зря. Чайник тем временем все еще кипит. Русоты игры. Да, интересно. Вся инструкция по сборке. На кой хер она мне нужна? Ключи для самоуничтожения. Что вообще? Так, чуваки, я пошел. О, они, кстати, не знают, что мне сюда нельзя. Кайф. У меня вот что есть. Да. Эй, ну наконец-то нашелся человек с хорошим вкусом, кто разбирается в вещах. Заходите, лейтенант, заходите. О, радушное лицо. Как приятно видеть. Как приятно пообщаться с хорошим человеком. Финлейсон, кто ты и зачем? Дело? Мне нужно взглянуть на личные дела. Я так не думаю, лейтенант. Только капитан Сирс и квартермейстер Квинси имеют доступ к картотеке. Так. Капитан Сирс? Да он лучше обращается с саблей, чем с пистолетом. Так. Квинси? Да, он недавно приходил и просматривал дела. Мне нужно взглянуть... Не хватает немножко такого пучковского, вот, резкости такой пучковской, еще с выраженицами. Вот тогда бы игра, может быть, частями бы своей озвучкой культовой бы стала. Че я взял? Сигарету взял, окей. Она тушить. Берем. Хрена себе, вообще плевать. Так, чел, ну мы сейчас у тебя все вынесем. Имя или номер? Вам что-нибудь известно? Лейтенант Райан, мне срочно нужно получить кое-какую информацию. Нет, вам запрещено входить в эту комнату. А что тогда спрашиваешь, имя или номер? Ну, хитрюга, потом сдаст меня. Скажет, вот этот интересовался номером киномеханика темный угол. Че? Ничего особенного. Темный угол, ничего особенного. Светлый угол, тоже ничего особенного. Чего? Че за хрень? Окей, мы это запомним. Здесь есть темный угол. Ладно, кайф. Мусорное ведро. Доверху набит. Че у меня есть? У меня есть сигареты, есть огнетушитель. Зачем? Ой, блин. В чем дело? В чем дело? Мне нужно взглянуть... Я так не думаю. Только капитан Сирс и квартермейстер Квинси имеют доступ к картотеке. Сирс и Квинси? Где они есть капитан вообще? Капитан Сирс? Да он...
Квинси? Да, он недавно при... Квинси и Сирс. Кто из них вообще где? Так, в чулане я уже был. Там случайно не Квинси сидит? Ты кто? Хз, кто? Квинси и Сирс. Лейтенант? Лейтенант? На Квинси? Блин. Я вот пытаюсь вспомнить персонажей. Хотя, может быть, чел вернулся в приемную, где вот эта вот вся карта и началась. Так, мисс, я... Чем еще могу? А, за 5 лет моя карьера в армии я не встречалась. Понятно. Мне снова надо к доктору. Пожалуйста, подождите немного. Я пойду и узнаю, смогу... Лейтенант. Ох, док. Ну, а плохо мне. Может, все в порядке выбрать? Надо всегда правду говорить. Вообще-то я здоров. Извините. Ну, в таком случае, не тратьте мое время. Даже если вам захотелось Понятно все. Я передумал, я не здоров. У меня что-то снова Чем с животом. Так, какой Квинси? Не снова. Пожалуйста. Ой, блин. Мне уже хочется сейчас ускорить анимацию. Только из-за этой вот мисс Тренд. Лейтенант, доктор... Гоу. Здрасте, док, здрасте, здрасте. Лучше не стало, док. Никуда не уходите. Так. Быстрее. Доктор скоро вернется. Вы можете здесь... Блин. Что делать-то... Тест на зрение. Пойдем тест на зрение пройдем. Вот. Если в следующий... А почему у меня в инвентаре таблетки не появляются? Он их сразу глотает, что ли? Ай. Эта штука работает. Это все еще... А, все еще горит. Возможно, мне нужно что-то поджечь. И спрятаться в темном углу. Точняк. Так, что мы тут можем подпалить? Полки. Ну, либо к механику пойти, сигаретка-то появилась. Так. Финлейстон, хотите закурить? Не хочет. Мусорку. Точнее. Опа. Так. Эй, ведро горит. Да ведро не может гореть, оно железное. Где огнетушитель? Марш! Что? Пожарная тревога! Эвакуируемся! Сейчас рванет! А накрыть, я не знаю, ящиком прикрыть, кислород перекрыть. Чего? Вояки, блин. Так, стоп, сейчас рванет. Стопэ. Чего вообще дело говорит? Все, нормас. Ну, теперь-то личные дела все мои. Так, опа. Эй, вся картотека исчезла. Кто-то проявил к ней интерес раньше меня. Мне нужно выяснить, кто это сделал. Одну минуту. Здесь осталось где-то... чье-то дело под именем Лара. И че? Эй, вся... А так, это я уже читал. И что? Осталось что-то делать под именем Лара. Все? Я все сделал? А правила безопасности? Тра-та-та, ничего не происходит. Лара. Какая Лара? Причем тут Лара? Зачем Лара?
Поздравляю вас, Райан. Вы всегда в нужном месте, в нужное время. Да? Пройдемте ко мне в кабинет. Я должен сообщить вам кое-что важное. Последний ящик с операцией «Полярис» нашли разломанным на кусочки. А в кладовой мертвым одного из моих людей. Вы не покинете моего кабинета, пока я не выясню, что произошло на борту Виктории. Монстр. По базе бродит монстр. Как вы избавились от такого же на Виктории? Выдавил из больного ученого какой-то набор букв. При помощи заклинания. Да, так это да, заклинание. Этот набор букв назывался заклинание, точно. Заклинание? Так. Находясь в состоянии гипноза, Хэмпсон произнес заклинание, которое помогло убить чудовище. Что за фразу он произнес? На Твиче за такие банят фразы. Я записал ее на пленку, но потерял магнитофон, когда меня катапультировали из Виктории. Во флоте не верят заклинания. Он обронил это по пути путешествия в торпеде по мировому океану? Постарайтесь заполучить что-нибудь из того, что принадлежит Хэмпсону. Я уверен, что ответ находится на борту подводной лодки. Спасибо, командир. Я уже просто не мог находиться в этих трех... в трех стенах. Соскучился по родной Виктории. Да, ох ты, пушечка. Так. На мостик. Под мостик. Все такое. Так, ну чё? Это финальное. Дальше пройти невозможно. Финальная, наверное, локо на сегодня. Пойду я все-таки доделаю все свои дела. Блин. Это если я уеду. Когда же будет. Когда же мне анонс-то дать? На завершение, я надеюсь, этой фантастической игры. Мне вообще нравится. Ну. Несмотря на то, что. Прям некоторые места совсем пиксель-хантинговые. В принципе, прикольно. Благодаря озвучке в основном, конечно же. Ой. Бэтмен. Смайлик там, что ли, какой-то. У меня чат не показывает все смайлы. Некоторые идут как надпись обычная. Так, ладно, надо сохраниться. Бдыщ. Так. Так, сейчас еще разочек озвучу. Если кто заинтересовался, может быть, сейчас пойдет на YouTube, посмотрит. Наверняка есть прохождение, я не смотрел. Наверняка. Я уверен на 89%, что есть. Это вам все-таки не эти... Квайт еще здесь? Кого мы там искали? Или Тайм Куч? Не похождение котенка Знайки, которого вообще нету на YouTube. Возможно, это следующая игра для стрима. Блин, ребят, не знаю, надо сейчас в этом загородном домике дела поделать, и следующий стрим хз когда будет, вот честно. Может быть, конечно, ноут с собой возьму, и тот интернет вытянет все эти дела. Вот поэтому есть вероятность, что через пару дней, когда я все там доделаю, а может и нет. Вот. Ну, блин, это, в общем, был почему-то Call of Cthulhu. Prisoner of Ice. В игре я видел надпись только Prisoner of Ice. А Call of Cthulhu кто-то там еще иной чел приписал. Но про Cthulhu здесь есть, да, есть упоминание, в том числе Cthulhu в Таган, да. Все на месте. Ну что ж, котенок Знайка топ. Блин, жесть. Ну теперь точно придется играть. Хотя обзор я читал, что-то там ругали его, говорят так себе, говорят там не так уж интересно складывать 3 плюс 6. Все, господа, я, конечно, трындеть могу до бесконечности, но нужно закругляться. Время поджимает.
Будьте здоровы. Пока-пока.